Тут болельщик пишет: предлагаю слегка сумасшедшую идею. Что если вернуть в команду самого техничного игрока за всю историю Марата Измайлова? Хорошая идея. Нормальная идея. Нормальная идея. Нормальный. Он себя еще не исчерпал. Он хорошие матчи эпизодически в Краснодаре показывает. Ну, как? Он же краснодарский игрок. Он сейчас играет в клубе Краснодар. А игрок, никто и сомнений не подвергает его уровень, его высочайший уровень. Есть вопрос по двум другим бывшим, которые, ну, не настолько востребованы, как он, Белядинов и Сычев. Или это же все? Ну, отработанный нет, я об этом мне сложно говорить. Этот момент сложно мне комментировать. Потому что, знаете, в позициях есть уже игроки. Я не знаю, Сычев сейчас играет. Любительской лиги. Где? Любительской лиги. Любительской лиги. Но нападающему очень сложно играть все-таки в таком возрасте. И какой-то период Сычева все-таки подвела травма, вот ту, которую он тогда получил. Толку. Да, он толком все-таки не установился. Если бы не травма, Измайлов мог вырасти в игрока какого калибра? Европейского, мирового? Конечно, но он его свой уровень показывал высокий. Что же он и в Порту, человек, который играл в европейских клубах и играл очень хорошо. Ну, тоже все-таки больше там лечился, чем играл. Ну, такова судьба, видно, его. Лечился. Вот вся и проблема его, что много лечился. Если бы он не лечился, то бы... Игрока с такой техникой у нас в России, наверное, после Черенкова, это он следующий был.